Друзья, всем огромный привет! И в предыдущих видео мы с вами оценили работу плагинов Retouch Me. Кстати, сейчас идет грандиозная летняя распродажа, и по моему промокоду по ссылочке в описании к этому видео вы можете купить абсолютно любой плагин со скидкой аж 30%. Но если вы смотрите это видео уже 31 июля прошло, не отчаивайтесь, по этой же ссылочке вы можете купить также любой плагин Retouch Me с ссылкой 20%, что тоже, согласитесь, немало. Посмотрите в предыдущих роликах, как работают плагины Retouch Me, и сделайте для себя соответствующие выводы, какие плагины вам нужны, а какие, может быть, не очень. А я вам напоминаю, что плагины Retouch Me осуществляют свою работу при помощи искусственного интеллекта через нейросети, и ретушь лица осуществляется буквально в один клик. И вместо двухчасовой частотки и получасового Dodge & Burn вы фотографию обрабатываете буквально несколько минут, применяя определенные нужные плагины от Retouch Me. А сегодня у нас на разборе один плагинчик, который называется Fabric. Он умеет разглаживать складки на одежде. И давайте посмотрим уже, как он с этим справляется. Поехали! Итак, друзья, перед нами модель. Современные ткани, они, конечно, все классные, дышащие, содержат много хлопка, либо льна. У этих тканей есть недостаток, они мнутся. Да, с точки зрения этикета, такую рубашку, которая выглядит слегка помятой, одевать можно. Это выглядит вполне естественно, но на фотографии хотелось бы чего-то более такого близкого к идеальному. Поэтому я делаю копию слоя, перехожу в фильтр, Retouch Me, и выбираю плагин Retouch Me Fabric. Плагин автоматически находит одежду, вносит туда соответствующие корректировки. Я ничего крутить не буду. Испытаем плагин именно так, как он делает по умолчанию. Кликаем Apply. Итак, давайте посмотрим. До. После. До. После. Ну что ж, друзья, плагин Retouch Me Fabric и в этом случае справился со своей задачей на 100%. Если вы работаете с интернет-магазинами и фотографируете для них одежду, я считаю, что этот плагин будет необходимым дополнением в вашем цифровом арсенале по обработке и ретуши фотографий. А с вами, как всегда, был Серджио, друзья. Если вы увлекаетесь фотографией, не забывайте заглянуть на мой сайт. Там вас ждет подарочный набор Desire. Ну, а я желаю вам получать удовольствие от ретуши и обработки фотографий. Всем творческих высот, добра и мира, и до встречи в следующих видео. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space.